зовут Дмитрий Фреско. Сегодня хочу продолжить тему. А про кулинарный блог я буду сказать. Точно. Про кулинарный блог уже все, да? Привет, у меня склероз. Ну вы знаете, нам понадобится всего 10-15 минут на подготовку и максимум час на ожидание. И еще топор, чтобы проломить голову оператору, который трещит костями, когда перемещается из одного угла в другой. Не надо шарахаться, пожалуйста. Тогда сделай так, как ты наружу здесь. Сегодня покажу вам блюдо, которое защищает от промозглой бесприютности и хуже крепких. И как-то особенно остро, хочется тепла. Сегодня расскажу вам блюдо, которое защищает. Хорошо. Тихо. Извини, не могу. Сейчас. Регина Дубовицкая. Теряем время. Подожди. Не полотенце. Кадр 210, дубль 1. Хлопок. Я такой голодный, как айсберг в океане. Это так. Я в ролик вхожу. Я вот сегодня выбрал чечевицу, которой 30 минут на одну готовку. Такая дурацкая фраза. У меня 30-минутная, поэтому я ее замачивать не буду. Не то слово, прекрати про свою говорить. Не нравится мне, блин, ну нравится они. Идите за ногу, прям вообще просто так. Так, тихо. В прошлый раз я показывал, как можно быстро очистить и нарезать лук. Сегодня разберемся с перцем. Говно полное. Мне это тоже не нравится.